уважаемые зрители, мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Мохаммед Салах. Номер 9. Роберто Фермино. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Мохаммед Салах. Номер 9. Роберто Фермино. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Мохаммед Салах. Номер 9. Роберто Фермино. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой. И вот Ливерпуль. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Мохаммед Салах. Номер 9. Роберто Фермино. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Мяч перехвачен, Кокси. Фабио Таварес. Джордан Хендерсон. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Фернандиньо. Де Брюйне. Может получиться интересная атака. Ну, решай же! Не дает защитник нанести удар, но Стерлинг! Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки.